В неформальной обстановке в здании районной администрации глава района Вадим Андронов принял лауреатов губернаторской премии «Наше Подмосковье». Цель встречи – поздравить лично и подробнее узнать о проектах победителей. Кстати, в этом году 16 человек из Нарофоминского района оказались лауреатами ежегодного конкурса «Наше Подмосковье». Почти все на встрече с готовностью рассказать об особенностях своего проекта. То есть проблем нет, потому что все люди нормальные, все люди понимают, когда запрос адекватный. Вот. Но это то, что касается моего проекта, потому что, опять же, основная цель моего проекта – объяснить людям, что, ребят, прежде чем предъявлять требования другим, начните с себя. То есть правильно, вы уберите свой подъезд, вы уберите около своего дома, вы выбросите мусор, вы перестанете распивать спиртные напитки и разбрасывать, допустим, там все эти бутылки около детских площадок. Правильно. Изменишь себя, изменится мир. Да. Да, то есть когда вы начнете себя требовать, так же, как вы требуете со стороны, все будет меняться. Да. Вот. Но на самом деле как бы проект намного шире, потому что мы там рассматриваем не только, допустим, вопросы граждан нашего района, хотя направлены в основном на нас, но по большому счету цель моего проекта – это объединить людей, то есть объяснить людям, что, ребят, там, обратите внимание на инвалидов. Вадим Андронов собрал всех не только, чтобы просто поговорить о проектах-победителях и поздравить лауреатов, но и чтобы узнать, необходима ли помощь от администрации, реализуемым на территории района проектом. Все 16 победителей представили уникальные, и что было обязательным условием для участия в конкурсе «Наше Подмосковье», уже реализованные идеи. Но помощь для дальнейшего развития не помешает никому. Самое важное, это что просто факт, что администрация это знает и поддерживает это начинание, потому что пожарники, милиция, СС, ну и так далее, все нас проверяют, все нам как-то хотят, чтобы мы соответствовали всем стандартам, мы очень стараемся, вот. Но, конечно, идеала не бывает, поэтому, если они знают, что администрация за, они к нам немножко будут снисходительнее, там, как-то сами подскажут, где нам что там подлатать. Да. Все проекты разные и по-своему интересные. Здоровье, повседневный труд, остановим борщевик, последними дорогами генерала Ефремова, помощь школе и так далее. Здесь затронуты разные стороны жизни и представлены идеи, которые позволяют сделать наше Подмосковье лучше. Но каким бы гениальным проект ни был, эффективности от него не будет, если каждый из нас не захочет и сам измениться к лучшему. Татьяна Бычкова, Павел Судариков, НТК.